Цена биткоина достигает своего исторического максимума. Однако спекулянты все больше сомневаются, что ее удивительные успехи могут быть устойчивыми. По словам Джозефа Адинолфи, репортера MarketWatch, размер общей суммы длинных позиций на бирже Bitfinex упал до самого низкого уровня с 15 сентября. Клиенты Bitfinex теперь держат почти 12 967 монет в длинных позициях, а 18 775 монет держатся в коротких. Это повышает вероятность того, что любая прибыль может быть усилена по мере того, как инвесторы борются за выкуп монет, которые удерживаются на коротких позициях.